Сегодня утром в Щетинский аэропорт приземлился самолет с забайкальскими футболистами. Они вернулись из Олимпийского Сочи с большой победой. Впервые в истории забайкальского футбола юношеская команда клуба «Чита» стала обладателем Кубка России. Финальный турнир прошел в Сочи, где на протяжении нескольких дней молодые спортсмены боролись за кубок. Сегодня в зале аэропорта их встречают самые близкие. В финальном матче соревнований наши футболисты победили сверстников из саратовского «Сокола» в серии пенальти. Разгромили команду «Волжский», переиграли спортсменов Ижевска и Калуги. В полуфинале Кубка России читинцы забили 2 безответных гола сверстникам из Ставрополя. Первую игру хорошо отыграли, а остальные было тяжело. Соперники были все сильные, вообще все. Слабых там не было. Ну, выиграли, и как бы до сих пор пока вот... Кубок, медали на нас не одели, мы не верили вообще. Всем игрокам футбольного клуба «Чита» будет присвоено звание кандидатов в мастера спорта России. После недолгого отдыха футболисты опять начнут тренировки. Год мы тренируемся, зимой в зале тренируемся, летом на улице тренируемся. Как бы круглый год, отпуск там, месяц у нас буквально. Конечно, прогресс есть. Видите сами, что победили, значит, он есть прогресс, не зря работаем.